Ты особенный. Мамка твоя ничего не добилась. Отец тоже. А ты другое дело. Когда-нибудь весь мир узнает твое имя. Джеймс Браун! Джеймс Браун! Джеймс Браун! Джеймс Браун! Хочешь быть певцом? О, нет, сэр. Я мечтаю стать механиком. Что, проблемы? Музицируешь? Если б не музыка, я бы с ума сошел. От режиссера прислуги. Он музыкальный гений, честно. Неужели? Может, тогда займешься со мной гармонией? Сара, спустись сюда! Сейчас будет, мамуль, сейчас будем. И продюсера Игорь Разума. Ты глянь на них, Джеймс, когда мы с тобой там будем? Мы скоро вернемся! Прямо сейчас. Что? Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, начали! Он нарушал правила. В чем дело? Мы не сможем это сыграть. Так музыки нельзя. Звучит хорошо? Да. Вам нравится? Да. Если нравится, как звучит, это музыка. Он раздвигал границы. Ты вступил в игру с очень жесткими правилами. Я простой пацан из Агасты в Джорджии. Ответь, что ты видишь? Он потряс мир. Господин президент, я хочу во Вьетнам. Мне кажется, ребятам там серьезно не хватает фанка. В нас стреляют! Джеймс Браун чуть не погиб. Хочешь войти в историю как человек, убивший фанк? Стоп! Здесь женщина. Говорит, она твоя мать. Этим летом. Мой малыш выступает в Аполло. Я не твой малыш. Мама! Никогда им не был. Джеймс Браун сам о себе заботится. Мне помощь не нужна. Ничья. Мы выходим на сцену. Надеюсь, все готовы. Особенно белые. Начали! Чедвик Боузман. Каждый чувствует себя звездой, потому что рядом Джеймс Браун. Мы закончили, мистер Бёрд? Боюсь, нет, мистер Браун. Мы выдохлись. Есть еще фанк в наших пороховницах. Все, что вы слышали, и звезда представления, это только начало. Раскройте уши. Мистер Динамит. Он гений. Джеймс Браун! Ох ты ж! Джеймс Браун. Путь наверх. Скоро на экранах.